всем привет! Привет! Мы уже мчим по дороге в Барнаул за нашим сосудом Дюара. Уже проехали Алейск только что. Вот, с утра пораньше всех подоили, накормили, всех закрыли. В общем, надеемся, что все в порядке будет с нашим хозяйством, пока мы в отъезде находимся. Погодка, конечно, нам выпала не очень в дорогу. Метель, снег, ну, как всегда. Стояла погода хорошая столько времени, как только нам ехать, так все, сразу буран. Вот такая поземка всю дорогу. Метет и метет. В некоторых местах прям, ну, там, где мосты, перегородки какие-то, эти, как это, обочина-то огорожена, вообще заметено, занос уже. Все, мы уже недалеко от Барнаула. Подъезжаем. Коттеджные поселки пошли, пригородные. Красивые домики. А это просто дачи. Более старые постройки, видимо, их там видимо, невидимо. Вся гора усыпана дачами. Это пригород Барнаула. Это уже въезд в город. Все. Сейчас поедем уже по адресу до пункта выдачи нашего товара, сосуда Дюара, за которым мы сюда и приехали. О, движуха началась. Уже давно забытая суета. Все куда-то мчатся, торопятся. Все, ребят, забрали мы нашу посылку. Он, кстати, оказался гораздо меньше, этот сосуд, чем мы представляли себе его. Вот. Ну, современные, возможно, они более компактные какие-то. По другой технологии. Сейчас посмотрим, раскроем, он так развернется. И... А? Надуется, да? Да? Нет, ну, такой он и будет. Ну и вот отлично. Он стоит. Вот он, смотрите. Вот такая вот штука. Ну да, как на фотографии. Папа. Ой, ветер раздулся. У нас уже куча. Ну, это инструкции всякие, какие-то документы на него. Ну, мы его сейчас сразу распакуем, вытащим, потому что нам все равно его заправлять. Сереж, давай помогу. Нет? О, какая бандура. Вот. Запихаем его в салон. Целый? Угу. Ну, хорошо. Поедет он у нас в салоне. Так, приехали мы на племпредприятие Барнаульское. У них до часу обед. Чуть-чуть осталось до конца обеда. Подождем, посидим. Посадили на заднее сиденье. Вот он, такой вот сосуд Дюара. У нас тут еще заминочка сейчас произошла. Сначала немножко расстроились. В общем, нам прислали немножко не ту модель, о которой мы договаривались изначально. Ну как, по сути, модель точно такая же. Разница лишь в том, что ту, на которую мы договаривались с Криомашем, она с канистрами внутри, а это без канистр. Точно такая же, только без канистр. И счет на оплату нам выставили на вот, которая у нас стоит сейчас, которая без канистра, она дешевле на 500 рублей получилось. Вот мы сейчас-то, когда открыли, смотрим, а где канистры-то, вот эти железные, нету, пусто, все, один сосуд и все. Вот сначала расстроились, а потом думаем, ну, в принципе, и нафиг они нам нужны. Все равно обидно, договаривались-то на одно. Ну, перепутали они, видимо, да. Вот. Ну, канистры можно купить отдельно, как бы, если нужно. Вот. Вообще, на это вот, где мы сейчас будем покупать, на племпредприятии Барнаульском, там они сказали, будут выдавать в этих мешочках.
ну, у них какие-то свои, в общем, в мешочки помещать и опускать в этот сосуд Дюара. То есть канистры, по сути, не обязательны сами по себе. Вот, они, ну, чисто для нас, может, кому-то с ними удобнее пользоваться. Ну, посмотрим. Если нам не будет неудобно пользоваться вот этими мешочками, ну, закажем, может, пару канистр потом отдельно еще. Вот. Немножко такая неприятная ситуация. У них, получается, разные серии идут. Вот мы договаривались на серию СДС, которая с канистрами. Оплатили и получили серию СДП, которая без канистр. Вот. Разница в одной букве, конечно, никто этого не заметил. Вот. Ну и плюс у нас и так там нам делали скидку, поэтому вот эти 500 рублей, они как-то затерялись, и я особо внимания не обратила, что дешевле получилось. Вот. Такая история. А его сначала, получается, охладили, да? Или как? Ну, сам охладился. А сейчас заправляют. Сейчас заправился. Интересно. Ой, вот они. А, ну все, в мешочке. Угу, хорошо. Завязаны. Дозы наши. Это жидкий азот так выглядит? Да. Ничего себе. Запал, да. Угу. Все, прям можно забирать. А вот по машине не потечет? Закрепили на заднем сиденье, мы, в общем, запихали его обратно в коробку, так надежнее. Ну, коробка открытая, окошечко чуть-чуть тут приоткрытое оставили, потому что азот должен испаряться потихонечку. Вот, закрывать полностью, он не закрывается. И на ремень безопасности так привязали. Все, поди довезем как-нибудь. Довезем! А, вот такой набор мы еще купили сразу. Вместе с семенем это вот шприц, вот этот в зеленой упаковке. Шприц для осеменения, это чехлы к нему и упаковка перчаток ветеринарных. Вот дома все разберем, посмотрим подробней. Все, мы помчались в обратную дорогу, чтобы у нас там никто не умер с голоду. Вот, в принципе, мы довольно быстро такие, я бы сказала, сделали все дела в Барнауле. Вот. Ню. Да, все, поехали. Высотища! Назад едем, все так же заметает. Поземка прям. В некоторых местах вообще переметено уже, да? Слушайте, на открытое пространство выехали. Прям такое ощущение, как будто сейчас машину просто сдует с трассы. Ветрище ужасно. С полей вот все сдувает через дорогу. Себе в район приехали, а у нас красота, благодать, солнышко, тепло, на дорогах он все тает, вообще прелесть. Все, ребята, мы добрались до дома благополучно, сосуд Дюара мы вытащили, поставили на веранде, он у нас будет стоять, храниться. Вот, в закрытом состоянии. Вот эта крышка, она неплотно прилегает, чтобы жидкий азот потихоньку испарялся. Ну, нельзя ее плотно закручивать, чтобы это все дело не взорвалось. А купили мы, в общем, где тут? Вот она, эта бирочка. Семя одного быка. Мы решили, что у нас на всех будет один папка. Пока. Это будет симментальский бык «Престиж». Это бык симментал. Решили мы все-таки остановиться на симменталах. Нам нравится эта порода мясомолочная. Мы, в принципе, изначально же хотели именно симменталов. Вот, но так как не получилось у нас чистопородных симменталов взять, вот мы взяли то, что нашли, хотя бы более-менее приближенное к ним что-то. Вот, и теперь хотим все-таки улучшить эту породу, да, покрыть их чистым симменталом. Если кому интересно, можете зайти на сайт Барнаульского племпредприятия. У них очень много различных пород. Они продают семя там и галштины, и сементалы, и краснопестрые, чернопестрые, кого там только нет.
Вот. Сементалы тоже, их очень много разных линий, селекции и так далее. Выбирали мы, выбирали. Вот, остановились на этом быке. У него есть геномная оценка, то есть он уже давно на все, что только можно, проверен. Поэтому вот, решили воспользоваться таким проверенным быком. И на легкость отела проверен, и так далее. В общем, на различные отклонения. А стоимость одной дозы для нас составила 135 рублей. У нас в Алтайском крае, для нас, для Алтайского края, это фиксированная цена абсолютно на любого быка, любой породы, 135 рублей. Если вы из другого региона, то стоимость одной дозы может доходить до 180 рублей, там уже она варьируется. Еще что хотела сказать по поводу сементалов. Всегда, кстати, в интернете встречаю много споров, и мы раньше тоже не понимали, почему так, по поводу их внешнего вида. В каждом регионе сементалы выглядят по-разному, потому что их очень много селекций, и люди всегда спорят, говорят, это не сементалы, они не так выглядят. Вот. И мы тоже, когда первое время там искали сементалов, ну вообще в интернете смотрели, думаем, все показывают своих сементалов, и все они у них разные, думаем, да как так, это же, ну вот мы только что смотрели, они по-другому выглядят. Нет. Вот. На том же сайте Барнаульского племпредприятия можно посмотреть селекции сементалов, какие линии там есть и насколько они по-разному выглядят. То есть есть полностью красный, просто с белой головой, есть белый, буквально там с пару пятнышками красными, с красной головой. Вот. Есть просто краснопестрый, то есть абсолютно разные, и все это чистопородные сементалы. А наш бык, которого мы выбрали, Престиж, будущий папа для наших телят. Он был рожден в Германии. Вот, это немецкая селекция. Вообще, немецкие сементалы считаются довольно неплохими по молочности именно. То есть, это мясомолочная порода, но на самом деле такие хорошие сементалы немецкой селекции, они по молоку не очень-то и уступают голштинам. Вот, мы смотрели тоже. Есть блогеры, которые держат именно немецких сементалов, немецкой селекции. Вот, они очень довольны тоже именно их молочной продуктивностью. Ну, посмотрим, что получится у нас. На это нужно будет не один год, чтобы это проверить. Вот. Ну, все впереди. Кстати, ребят, по поводу того, что вот канистры использовать, нет, у нас их в любом случае в этом сосуде не получится. Вот Сережа пришел, сейчас вам покажет. У них разная горловина. Сереж, приоткрой. Вот, который без канистр, она гладкая идет, видите? Вот гладкая. Ну, совсем почти не испаряется, потому что в холоде стоит хорошо. Вот, закрываю все. А у тех, которые с канистрами, там в этой горловине прорези идут, ну, чтобы они там крепились. Вот. Ну, на самом деле, нам даже вот ассиминатор говорил, что этими канистрами не очень-то удобно и пользоваться. Мало кто ими пользуется. Они вот, куда мы ездили учиться, они пользуются мешочками. То есть там просто стаканы такие стоят. Ну, сами делают, в эти мешочки помещают и из мешочек достают. Это гораздо удобнее, чем с канистрами. Потому что горловина у сосудов узкая. И вот эти канистры, они, ну, часто путаются. Там, в общем, их тяжело доставать друг от друга. Вот, это надо уметь делать, профессионалом быть уже. Вот. А для простоты обращения лучше, конечно, вот этот мешочек. Плюс еще в чем удобство хранить именно в мешочках эти пайеты с дозами. А когда сосуд Дюара испаряется, то есть уровень азота доходит уже до самого низа, до дна, эти мешочки ты можешь просто припустить, чтобы они просто лежали, потому что они будут как завязанные сверху немножко, и эти пайеты оттуда не высыпятся. Вот. А канистры, они как стоят, так и будут. Ты не можешь их положить на дно. Вот. Соответственно, у тебя, когда уровень азота дойдет до начала этой канистры, все, в принципе, твои дозы пропали. Вот этой модели сосуда Дюара по заявленным производителям характеристикам нам должно хватить, если он полностью заправлен, ну, на 2-2,5 месяца хранения. То есть в течение 2 месяцев мы должны
кого-то осеменить из нашего стада вот этим семенем. Если мы не успеваем, соответственно, семя пропадает, и мы ждем машину, которая пойдет в наш район, чтобы нам привезли следующие дозы и дозаправили уже здесь этот сосуд Дюара. Еще хочу показать, что нам тут в комплект сосудом Дюара положили. Вдруг кому интересно, может кто будет заказывать Криомаш пакетик фирменный. Положили нам календарь, представляете, на текущий год, 22-й. Вот такой вот, прям для нас корова, горы, альпийские луга. Вот такой вот календарик. Ну и документы. Это паспорт на сам сосуд Дюара. Здесь инструкция по его эксплуатации и по технике безопасности при работе с жидким азотом. В принципе, все. Довольно полезная информация. Все, больше ничего. Собираюсь на обеденную дойку, сейчас пойдем вишню доить. И по ходу дела чуть-чуть расскажу вкратце, как вообще происходит процедура покупки семени. Может, кому-то интересно. Тут планирую тоже это сделать. Звоните на завод, говорите, какого быка хотите, сколько доз купить. Вот. Ну, вам помогут там определиться, если вы не можете, как бы, не знаете, как выбрать, не можете определиться, вам все подскажут, расскажут. Определяетесь, выбираете быка, по WhatsApp высылаете заранее, лучше заранее выслать документы, чтобы эта процедура прошла гораздо быстрее, потому что там составляется договор, все вот эти какие-то там накладные, все это распечатывается, вот. Я выслала просто по WhatsApp паспорт, ИНН, и все. Ну, паспорт, две страницы, там главная прописка, ИНН. Вот, все скидываю. Соответственно, мы когда туда приехали, нас уже ждали. Все, что мы заказывали, вот это шприц, там чехлы, перчатки, уже все было подготовлено. Дозы наши были подготовлены. Договор уже был готов. Мы просто зашли, расписалась я, рассчитались на месте и поехали заправлять сосуд Дюара. Вот как мы, ну, показывали, это все как бы в том же здании, только там с другого входа. Вот. Заправили нам этот сосуд, мы забрали наши чехлы, перчатки, и все, и мы свободны. То есть это, в принципе, заняло, ну, буквально минут 15, там, 10-15. Вот. А если приехать уже на месте, конечно, там что-то договариваться, пока вам будут договор составлять, это все, ну, довольно длительное время. Вот. Так как у нас... Нас ждут дома коровы, которые хотят кушать. Вот. Мы, естественно, все заранее это решили оформить, чтобы просто приехать и забрать. Ну, так и получилось. Все очень быстро и удобно довольно-таки. И единственный момент – расчет наличными только в этом предприятии. Вот. Пришлось снимать денежку. А еще мы вот такую погодку с собой привезли, рано обрадовались. Думали, что тепло будет, ага. Вот, завывает метель, всю ночь мело. Так что у нас все сидят дома по сараям. Никто не гуляет. Вот она, наша рябинушка. Сено жует уже вовсю. Видишь, какая модная, такая длинная какая-то получилась красоточка. На высоких ножках. Граф. А, граф? Ух ты, бычар какой. Растет. Такая голова большая стала. Да, да, да. Все, давай. Ух ты, бодаться. Ты посмотри, что делает. Ёлки-палки. Куда деваться-то от тебя будем, а, граф? Куда убегать? Будешь нас гонять? Ну, буду, скажи. Ё-моё. Самое интересное, что у него рога уже начали расти. Да? Да. Бычара, бычара. Они тут милуются иногда с рябинкой. Через стеночку. Поцелуйчики у них тут, все дела. Жених и невеста. О, бусинки нашей рожки. Ну-ка, покажи свои рожки. Вот. Вот они. Растут.
Ладушка комолая. Да, Ладушка? Ты у нас комолая. Ты у нас без рожек. Получилось. Лопает некогда ей. Все, вишня по твою душу пришла. Сейчас доиться будем. Ну что, ребята, стоит у нас вишня просто замечательно. Не сглазить бы тебя. Антибрык мы одевали только 2 раза. На нее в самом начале, когда еще, ну, не знали, как она себя поведет, мало ли. Вот. Осторожничали, в общем. В итоге я бы сказала, что она стоит даже вот лучше всех. Лучше всех. Она даже Герда у нас так, ну, ни Герда, ни Плюша так не стояли спокойно. С самой первой дойки практически. Вот, как вишня. Она как будто всю жизнь доилась. Как будто вот знала, что будет, да? Самое интересное, что она как начала во время отёла мычать, так и не перестает. У нее прорезался голос. Она стала такой разговорчивой, она постоянно мычит. Особенно, когда начинаешь ее доить. Вот, она к тебе повернется и му-да-му, му-да-му. Да, вишенка? Вот, мало того, что мычит, она всю тебя вылежит. Я вот ее, когда даю, я даю ее в последнюю очередь всегда. У меня вся куртка мокрая, потому что я пока ее подаю, ну, как бы все равно рядом нахожусь, мало ли что. Вот. Она поворачивает голову и просто всю спину, все руки начинает мне вылизывать. Постоянно. Вот такая любвеобильная корова получилась. У тебя тоже здесь танцы, а, рябинка? У тебя тоже танцы здесь? Прыгает уже, тоже скачет. Прыгает, скачет по клетке. Интересно, девка получилась. С фингалом под глазом. С одной стороны. А еще мы для лорда нашли местечко, наконец-то. Такая временная будочка. В дровнике. Там тепло. Сеном все заложили. Вот, вокруг, соответственно, дрова, ну, там стеночками выложено. Вот. И он у нас там сейчас пока живет. Вот. Соответственно, цепь подлиннее. Бегает. Да? Иногда отпускаем. Так, вишенка у нас стоит. Вроде все нормально, в порядке. Спокойненькая довольно-таки коробка получилась. Так, кормежка. Так, графа водичкой подпоим. Он у нас вообще красавчик. Просто красавчик. Мы его не приучали к воде. Мы просто поставили ему ведро, он подошел и начал пить. Представляете? Моментально.
так вот, мужик. Он так во всем, в еде, в любой, вообще ни к чему его приучать нам не приходилось с ним возиться, ни в чем. Он все сам. Че подглядываешь? Завидно? Ты уже все покушал. Дай другим. Белые реснички, белоснежные. Вот у нас все так телочки делают. Интересно? Вот телочки все, ну, головой бьют, ведро бьют. Граф у нас, вот единственный бычок, он так никогда не делал. Ну, и сейчас не делает, когда молоко пьет. Он просто молча пьет и все, не бьет головой. На это можно смотреть бесконечно. Ну, что делает? Ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, что происходит. Вот это любовь. Детсадовская. Лорд, иди уже в будку, тебе снега всего занесло. Дурачок. Ты запутался, что ли? Цепи запутался. Или кого ты там прыгаешь? Лорд, ты запутался? Нет, ничего ты не запутался. Иди в будку. А на этом на сегодня все. Васька ко мне прибежала, подвернулась тут под руку. А Сережа сегодня весь в работе, ему особо некогда было, да? Сниматься в кино. Увидимся в следующих видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока.